Татишка, я уже пятый логотип клею вам. Это, кажется, первая машина с компанией «Каримей». Ты давай, клей, клей. Приведи мне 10 человек. Что? Я хочу стабильную работу. Алло, здравствуйте, я по объявлению. Перед камерой? Господи, это был просто секс, я даже ничего не помню. Что-нибудь еще закажете? Нет, наверное. Девушка, можно сюда кипяточек добавить и зубочистку можно? Ваша мама бездельница. Ну тогда, может, ты расскажешь, как здесь заработать денег? Это так сетевой маркетинг работает? Ну да. Ты подписываешь людей, зарабатываешь деньги. Покушаешь, деньги сэкономишь. У тебя все хорошо? Все замечательно. Тебе деньги нужны? Нахуй раскрути. В чем проблема? Ай, иди нахуй, блядь, пошли, блядь, отсюда, сука! 5 миллионов тенге! Я хочу сказать спасибо моей команде, моим партнерам. Что? Дудочка. Дикая. Ермен, что ты творишь? Сучка. Сетевой маркетинг, чтоб ты сдох. Иди нахуй отсюда, чтобы больше тебя не видел. Да, да. Мы богатая компания. Это же подло. На войне все средства хороши. А где резиновые вагины? Средство-то действительно работает? Я тебе гарантию даю. Послушай, Джефф Безос в начале своей карьеры тоже работал в Макдональдсе, но посмотри сейчас, где он. Классная идея. Вот это мне нравится. Почему ты бросила нас? Да и с моими возможностями найти людей не так уж и тяжело. Налаживаешь сеть, деньги будут сами течь тебе в руки. За***ли эти сетевики. А машина у тебя есть? Нет, у меня нет машины. Понятно. Но только потому, что я гоблю на Феррари.